Это утро воспитанники детского сада «Лесная сказка» провели очень весело и активно. В преддверии Дня России здесь состоялся тематический праздник. Разбившись на команды, ребятишкам было предложено сыграть в интерактивную игру на знание символики нашей страны. Красный цвет – это Красная площадь. Синий – это небо, а белый – это облака. Речь, конечно, о флаге России. С этим заданием обе команды справились на отлично. А каково было удивление организаторов праздника, когда детки исполнили государственный гимн? Славься, Отечество, наше свободное! Мы с самого утра разговаривали на эту тему с детьми, провели с ними сегодня беседу. Также мы с ними сделали стенгазету тоже на эту тему. И это мероприятие было очень увлекательно, очень интересно, очень занятно. Дети с удовольствием отвечали, участвовали в этом мероприятии. Большое, огромное спасибо. Мероприятие было организовано по инициативе Общественного совета при МВД России по Ленинскому городскому округу и при поддержке сотрудников управления. С наступающим праздником воспитанников детского сада «Лесная сказка» поздравил председатель совета Валерий Нефантьев. Ребята, с праздником вас, с праздником, помните, что мы живем в великой России. Она была, будет, была, есть и будет великой. С праздником вас! По итогу интерактивной игры победила дружба. Каждый ребенок получил подарок в виде мыльных пузырей, которые сразу же пошли в дело. Но принимающая сторона не осталась в долгу. Детки прочитали гостям стихотворения, посвященные правилам поведения пешеходов на проезжей части, и подарили стенгазету, которую вместе с воспитателями смастерили накануне. Мне очень понравилось, когда мы были на командах разных, и нам задавали такие интересные вопросы. В завершении мероприятия ребята вышли во двор детского сада, чтобы всем вместе запустить в небо воздушные шары в цвет государственного флага России. Триколор отправился в небо, чтобы напомнить горожанам о грядущем празднике великой страны. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видно ТВ.